Хронометр приветствует вас. Вулкан Эбека на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту 3,7 километра. Из-за этого установлен оранжевый код опасности для авиации. Выброс пепла зафиксировали примерно в 8 часов 45 минут. Местные жители почувствовали колебания, схожие с подземным толчком, а после раздался грохот. В Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН уточнили, что выброс пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 километров от вулкана. Специалисты также пояснили, что когда установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. В ГУ МЧС России по Сахалинской области рассказали, что в ближайшем к вулкану городе Северо-Курильске не было пеплопада. В ведомстве добавили, что запах сероводорода в городе также не ощущался. Угрозы для местных жителей нет, подчеркнули в МЧС. Эбек расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана – 1156 метров. Он считается сложным стратовулканом с несколькими вершинными кратерами. Выбросы фиксируют регулярно с 2016 года, но, по словам ученых, лавовое извержение маловероятно.